Почти 300 миллионов рублей дополнительно направят на ремонт и благоустройство самарских дворов. Эти деньги пришли из федерального и областного бюджетов. Изменения в главный финансовый документ Самары одобрили депутаты городской думы. Эти деньги пойдут в наши дворы. Мы с вами понимаем, что здесь будут задействованы и будет задействована новая структура власти. Это управляющий микрорайон, общественный совет микрорайонов. И люди должны сами определить, где сделать детскую площадку, где поставить спортивные тренажеры, где должна быть стоянка для автомашин. Почти 150 миллионов рублей субсидий пойдут на реконструкцию четвертой очереди набережной. Кроме субсидий и субвенций, деньги удалось найти за счет экономии при проведении торгов и закупок. Эти средства направят на ремонт стадиона «Нефтяника» и одноименного Дома культуры, а также на ремонт школ. Поступили и субвенции, которые будут направлены на приобретение муниципального жилья. Это для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Завершилось заседание Гордумы тайным голосованием. Выбирали депутаты новых почетных граждан Самары. Всего было выдвинуто 7 кандидатур. Предварительно их рассмотрела городская комиссия по муниципальным наградам. В итоге звание «Почетный гражданин Самары» присвоено маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову и председателю Союза народов Самарской области Ростиславу Хугаеву. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.